На один шедевр кисти Рембрандта «Мальчик с мыльным пузырем». Картина пропала из музея французского города Драгиньян 15 лет назад. Тогда злоумышленники проникли в галерею через соседнее здание библиотеки. Они забрали полотно и скрылись. С тех пор о нем ничего не было известно. Полицейские напали на след похитителей только недавно. Стражи порядка задержали двоих подозреваемых в Ницце. По словам экспертов, картина осталась в идеальном состоянии. А на момент кражи ее оценивали в сумму, превышающую 3 миллиона евро, а после длительных поисков стоимость может повыситься в разы.